В администрации района состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы района Заура Хамирзова. В режиме видеоконференции приняли участие руководители отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Центральной районной больницы, ДРСУ, главы сельских поселений. Заседание началось с вопроса о состоянии аварийности и дорожно-транспортного травматизма на территории Кашхабльского района в 2020 году. Подробный анализ ситуации представил начальник ОГИБДД Азамат Курашинов. Кашхабльского района зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году у нас было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, при котором один человек, как ОТГ, погибло 4 человека, и 6 человек получили телесные повреждения. В прошлом году было тоже так же 6 человек. В рамках национального проекта безопасной дачной автомобильной дороги в указанный период организованы и проведено 18 информационных пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий, такие как конкретный водитель, пешеход, пешеходник, толкник, грузовик, автобус, все отвечающие элементы. Из них цели профилактики и предупреждения ДТП с участием детей, как на восемь профилактических мероприятий, как детское автокресло, маленький пешеход, светоотражающие жилеты будут заметны на дороге, соблюдают ДТП. Образовательная организация проведена 19 профилактических бесед по теме переходим дорогу правильно, повторение дорожных знаков, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Заместитель начальника управления образования Нурет Бричева доложила о готовности к началу нового учебного года по программе обеспечения безопасности дорожного движения. Буквально осталось менее месяца до начала нового учебного года. В новом учебном году система образования не претерпела никаких изменений. Как и было в прошлом году, она представлена 28 образовательными учреждениями. Это 13 дошкольных образовательных учреждений, 13 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Планируемая численность обучающихся в новом учебном году на сегодня составляет 3470 человек. Сегодня, в соответствии с постановлением главы муниципального образования Кашхабльский район от 1 сентября 2019 года номер 292 и изменения, которые внесены в данное постановление от 23 июня 2020 года номер 274, осуществляется комплексная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Комплексная подготовка включает в себя проведение ремонтных работ, обеспечение противопожарной безопасности, обеспечение антитеррористической безопасности, обеспечение и выполнение мероприятий, которые предписаны надзорными органами, особенно Роспотребнадзором, в связи с обеспечением безопасности детей, их обучением в период пандемии. И, конечно же, безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По данному направлению ведется определенная работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. В новом учебном году, как и в прошлом году, будет осуществляться подвоз детей. В подвозе детей будут принимать участие 14 единиц школьных автобусов. На сегодня все они в исправном техническом состоянии. Они оснащены необходимым оборудованием, системой ГЛОНАСС, тахометрами. Также утверждены схемы безопасного подвоза детей к образовательным учреждениям, дом, школа, дом. Отдельным вопросом на комиссии рассматривалось состояние автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, и ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Цель получения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в 2020 году выполнена следующие виды работ. Содержание действующей сети автодорог по следующим направлениям. Ямочный ремонт асфальтобетонных и черно-гравийных покрытий с применением некоторых асфальтобетонных смесей на площади 2607 квадратных метров. Это 35 тонн асфальтобетона. На участках дорог, не подлежащих ямочному ремонту, в связи с большим процентом разрушения покрытия, были выполнены в равном числе и горящие асфальтобетонных смесей. Именно на автодороге Майкоп-Геогинская Всебазина Чувская Крачаев 642 километра в связи с равным числом 100 метров на автодороге Игнатьевск-Донковская, 100 метров, автодорога подъезд у Короче Крак, 100 метров, дружба Герухай, 100 метров, подъезд у Нарокова, 264 квадратных метра, подъезд Комсомольский в равное число 32 километра.
132 квадратных метров. В соответствии с проектами организации дорожного движения проведена замена щитков дорожных знаков и установка новых знаков на следующих автодорогах. На Кубке Одинская, Сибай, Зеленчукская, Карачаев, 73 штуки. Подъезд Кашхамы, 60 штук. Кашхамы Соколов, 5 штук. Дружба Герухай, 81 единица. Значит, Кашхамы Игнатьевский Гачихин, 130 штук. Подъезд Кутер-Набережная, 83 штуки. Подъезд всего Вольная, 7 штук. Подъезд Кутер-Свободный, 48 штук. Подъезд Кутер-Чехак, 2 штуки. Подъезд Марокова, 3 штуки. Подъезд Калуг-Бичевсин, 12 штук. Автодорога Белоречно-Пятницкая дружба, 1 штуку поменяли. Кашхаб и Кургане, 4 штуки. Всего заменено, установлено и заменено 539 штук. В режиме ВКС выступил и главный врач Центральной районной больницы. Заур Хашев рассказал присутствующим о принимаемых мерах по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и своевременному доставлению пострадавших с мест ДТП в лечебные учреждения. По каждому из рассмотренных вопросов комиссии были даны конкретные рекомендации и вынесены соответствующие решения.